Ой, всем добрый вечер. Сегодня решили сделать прямой эфир, чтобы анонсировать начало нашего марафона. Сейчас я добавлю Мариночку, нашу коллегу, где мы подробно всем расскажем, что же у нас за марафон такой стартует. Так, сейчас я пытаюсь ее добавить. Так. Приглашаю. Марин. О, привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Я уже тут рассказываю нашим слушателям, что у нас стартует марафон на этой неделе. Вот. И хотели бы мы подробно о нем рассказать. Знаю, что тебе пришла эта идея с созданием марафона. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты решила, как к тебе пришла такая идея? Ну, прежде всего, всем здравствуйте. Меня зовут Елисеева Марина. Я также являюсь частью команды семейного клуба «Мечта». Я являюсь реабилитологом города Харькова, работаю с детками с самого рождения до 16 лет. И вот долго я вынашивала такую идею, и мне очень захотелось донести массу информации, которой владеют специалисты нашего города, донести до жителей всех стран. Вот. Самая главная идея, конечно, это здоровое поколение, тем более сейчас в такое время, в котором мы сейчас живем. Вот. Самое главное — это ознакомление, спокойствие. Хочу, чтобы было спокойствие в душе у наших будущих родителей, либо молодых родителей, чтобы они понимали, что у нас есть хорошая поддержка в лице наших специалистов нашего города. Вот, поэтому я приглашаю всех на марафон. Сегодня начало марафона, мы анонсируем спикеров наших, темы, какие будут у нас озвучены, а также... Сам марафон начинается на следующей неделе. Кого бы я пригласила? Это все спикеры, которых я пригласила, это все спикеры, все специалисты, к которым я обращалась. Я также молодая мама, у меня ребеночку 2 годика, я обращалась ко всем спикерам, и я знаю, что они компетентны, и они являются действительно специалистами, каждый в своем деле. Я им доверяю и обращаюсь в случае чего. Вот. Первым спикером у нас будет педиатр высшей категории, основатель детского центра Help Kids Раковская Людмила Александровна. Затем у нас вторым спикером у нас является Шипенко Ольга, специалист по грудному вскармливанию. Ей вы тоже можете задавать различные вопросы. Затем у нас будет спикером будет Селиванова Светлана, это инструктор международного уровня по плаванию с детками с рождения. Она также занимается с будущими мамами, ведет курсы. Вот. Затем спикером у нас будет Гаранжа Ольга, специалист, педагог по раннему развитию. Она также расскажет, как правильно взаимодействовать с ребеночком и какие главные моменты, на которые нужно обратить внимание. Также спикером у нас будет Головко Ирина. Она также является семейным доктором, подготавливает молодых будущих родителей к появлению ребенка, то есть она подготавливает к родам, а также может сопровождать в родах. Вот. И я буду вещать тоже тему, почему физическое развитие для деток первых 3 лет является очень важным в обретении, в поддержании здоровья на долгие годы. Вот. Расскажи, пожалуйста, основные моменты, что нужно для того, чтобы не пропустить выступление, что, ну, вообще все детали, пожалуйста, расскажи организационно. Да, для того, чтобы не пропустить выступления всех наших спикеров, надо быть подписанным на нашу страничку семейного клуба «Мечта». И мы будем на этой неделе анонсировать вот уже с завтрашнего дня всех спикеров. То есть можно будет зайти, посмотреть более детально, тоже подписаться на спикеров. Вот, собственно говоря, и участие это абсолютно бесплатное. Ну, то есть самое главное — быть подписанным на страничку «Мечты» для того, чтобы не пропустить все анонсы. Я правильно, да, понимаю? Да, что да, да.
Да, то есть все будет в сторис, нужно будет следить за сторис, вот, и желательно подписываться в анонсировании каждого спикера, будет озвучена тема спикера, а также ссылка на переход на страничку спикера, где вы тоже можете подписаться, ознакомливаться с очень интересной, полезной информацией. Вот. Самым главным бонусом, очень интересным, да, будет, это то, что 14 февраля мы разыграем бесплатную консультацию любого спикера по желанию подписчиков. Вот. И еще один момент, что такую ценную информацию, ценность информации, которая будет представлена на марафоне, несоизмерима ни с чем. Однако самый главный пункт, что все спикеры будут вещать бесплатно, поэтому я вас всех приглашаю. Информация будет действительно нужна, будет каждому родителю, для понимания и гармоничного развития со своим ребенком. Вот. Так что приходите, пожалуйста, мы вас всех приглашаем, следите за анонсами, будьте с нами, задавайте вопросы, следите за анонсами, и до скорой встречи. Да, до скорой встречи, всех ждем, будем всем рады. Всех приглашаем, всех ждем, да, потому что польза будет огромная, мы очень, очень всех ждем и верим в то, что у нас все получится, потому что желание донести ценности и важную информацию у нас огромные. Да. Ну все, тогда спасибо тебе огромное. Всем пока-пока. Все, пока-пока. До встречи. Все, пока-пока.